337 гектаров было выделено для 71 промышленного объекта. Сейчас в индустриальной зоне Унтустык функционирует 39 заводов и фабрик. В них вложено 20 миллиардов тенге. На производствах заняты более 3000 человек. 39 предприятий, введенных в эксплуатацию, в 2015 году перечислили в бюджет различными направлениями и способами 1 миллиард 271 миллион тенге. Всего с момента основания индустриальной зоны участниками отчислено налоговых средств доход государства в размере 4 миллиарда 300 миллионов тенге. И это составляет 63% бюджетных средств, вложенных на создание индустриальной зоны, на строительство инфраструктуры индустриальной зоны Унтустык. Кроме индустриальной зоны Унтустык, в области действует еще 6 специальных площадок для развития бизнеса. Остальные 5, по словам Мухтара Турабекова, ведут в эксплуатацию в первой половине текущего года. Таким образом, в текущем году в Южно-Казахстанской области сформируется 937 гектаров готовых промышленных площадок для развития промышленного производства и бизнеса. В таких направлениях, как легкая промышленность, пищевая промышленность, металлургия, машиностроение, промышленность строительных материалов и химическая промышленность. По мнению Турабекова, главным трендом текущего года станет создание индустриальных зон Бадам и Тассай, которые сформируют фундамент кластерного развития таких приоритетных отраслей, как фармацевтика, машиностроение и строительная индустрия. Полезную информацию о том, как стать участником индустриальной зоны, можно найти на сайте industzona.kz.